красном углу ринга Олег Машкин. Здесь в этой весовой категории удивил всех ранний вылет болгарского боксера Дмитрия Усагина. Это вес до 75 килограммов. Усагин здесь проиграл румыну Лючану Буте, которого, в свою очередь, выбил из турнира Головкин, выбил нокаутом. Ну и вообще у Головкина серьезный такой послужной список. Матвея Коробова в первом раунде он победил россиянина. И в четвертьфинале, нет, в полуфинале, простите, кубинца Йорданиса Эррера, который получит бронзовую медаль. Итак, бой начался в синем углу ринга Геннадий Головкин из Казахстана и красным Олег Машкин, представляющий Украину. Выжидают пока боксеры. Ну, по манере ведения боя Головкина, мы здесь уже увидели, его-то обмен ударами устраивает вполне. Он умеет это делать. Пока 1-0 впереди украинец. 2-1. В полуфинале невероятно зрелищный бой был у Головкина с Йорданисом Эррерой, кубинцем. Там был равный счет 21-21 после трех раундов. В итоге 29-26 Головкин выиграл. Огромному неудовольствию кубинской сборной. Именно против этого боя они хотели подавать протест. Четыре-четыре сейчас. Головкин. Раньше успел пробить. Украинец и 5-4 в пользу Геннадия Головкина. Заканчивается первый раунд. Как раз сейчас показали нам трибуны, на которой в основном находятся представители других сборных, которые уже выбыли, может быть, из турнира. Попадает Головкин. Семь четыре. Немножко менее подвижным выглядит Олег Машкин. Шесть. Еще один удар проходит, но сейчас не очень сильный. Вообще у Головкина удар хороший для этого веса. Нокдаун.
Ну и рассечение у Олега Машкина. Да, и консультация с врачом. Нужна сейчас Олегу Машкину. Разрешит ли врач ему продолжить бой? Ну, в любом случае, уже радуются казахские тренеры. И я думаю, что имеют право на это. Победа с досрочным преимуществом. Геннадия Головкина при счете 10-6. Рефери останавливает бой из-за рассечения у украинского боксера. Ну, здесь нечего обсуждать, честно говоря. Понятно, разочарование Олега Машкина, но Головкин же выигрывал по счету и выигрывал по содержанию этот бой. Это совершенно очевидно. Может быть, что Головкин прямо вот выглядит ярче, чем, может быть, кто-то из них. Но то, что это безусловное открытие турнира, это совершенно очевидно. Великолепный боксер вырос в Казахстане. И вторую золотую медаль зарабатывает сборная Казахстана. Первой из всех команд она получает второе золото. Во втором раунде выиграл, ну, так называемым медицинским нокаутом. Геннадий Головкин, запомните это имя. Оно нам понадобится в финише. Это абсолютно точно. При всем уважении к Олегу Машкину, мне трудно его себе представить на самой верхней там ступени. Все-таки есть, скажем так, некоторый предел у этого боксера. Ну, тут практически вся казахская делегация собралась у ринга. В финалах казахи стопроцентный результат демонстрируют. Два боксера были в финале, и два этот финал выиграли. Ну, можно поздравить всех тренеров и Ермахана Ибраимова, олимпийского чемпиона Сиднея, который работает в сборной. Казахстана. Но здесь буйство красок. Тайцы ждут своего, готовятся. Следующим Самжит Джонгджохор. Реальный, кстати, претендент на золото Таиланда выйдет на ринг. Ну а награждать сейчас будут весовую категорию до 69 килограммов. Лоренцо Арагон, кубинец, чемпион мира. Вот казахская делегация вся